На прошлой неделе в сельском поселении Булатниковское прошла акция «Построил дом, посади дерево». Она была организована компанией «Мортон». Совместно с администрацией Ленинского района застройщик активно восполняет неизбежно вырубленные при строительстве новых микрорайонов зеленые насаждения. На этот раз местом посадки деревьев была выбрана школа в поселке Измайлово. Декоративные кустарники и плодовые деревья. Всего в этот день на территории сельского поселения Булатниковское было высажено около 30 зеленых насаждений. А стартовала акция с благоустройства территории Измайловской школы. Благодаря тесному сотрудничеству с администрацией поселения, учебное заведение имеет возможность развивать одно из главных направлений приобщения детей к культуре в разных ее проявлениях. Самостоятельная посадка растений и последующий уход способствуют тому, что ребята вырастут чуткими и внимательными. Если школа будет иметь хорошую зеленую территорию, то и детям будет намного приятнее и учиться, и получать знания. Экология – это любовь к природе, любовь к родине, скажем так, громко. Это очень значимо, чтобы сами дети принимали в этом участие. Компания «Мортон» уже на протяжении 2 лет активно реализует подобные акции. За это время на территории всего Ленинского района была высажена не одна сотня деревьев. Таким образом, застройщик стремится показать, что благоустройство и озеленение являются для него приоритетными задачами. Мы крупный застройщик и строим много в этом районе жилья. Вот. И поэтому мы решили, что благоустройство всего Ленинского района тоже как бы зависит от нас. То есть мы должны тоже оказывать экологическую какую-то помощь району, чтобы он оставался таким же зеленым, как когда мы сюда пришли. Акцию «Построил дом, посади дерево» было принято решение впредь проводить ежегодно, весной, в период майских праздников. А за этими деревьями, которые теперь украшают территорию Измайловской школы, ученики обещали бережно ухаживать. Юлия Погосян, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.